Отличный дизайн вдохновляет и воодушевляет. Я хочу создавать автомобили, благодаря которым люди хотели бы, чтобы следующий день наступил быстрее, чтобы они могли проснуться и сесть за руль. Концепт LLC создавался с целью сделать заявление о будущем дизайна Lexus. Это значит, что он должен был быть оригинальным, а также смелым, вдохновляющим, притягательным. Мы представили этот автомобиль на автосалоне в Детройте и не строили каких-либо планов относительно серийного производства. Когда мы впервые представили его публике, реакция была феноменальна. Мы получили огромное количество восторженных отзывов. Движение в этом направлении стало смелым шагом для Lexus. Я увидел его и сразу сказал: «Вау! Очень впечатляет! Очень красивый! Мне нравится». Мы получили награду за дизайн, а затем дилеры сказали, что они хотят автомобиль, похожий на этот. Журналистам он тоже понравился. Все просили пустить его в серию. Lexus нужна революция. В итоге было принято решение запустить его в серию. С самого начала этого проекта меня удивило то, что инженеры очень хотели сохранить суть концепт-кара. И для достижения этой цели они очень тесно сотрудничали с дизайнерами. Я слышал, как автомобиль говорит: «Эй, Lexus, тебе это по силам». Поэтому, на мой взгляд, LC означает Lexus Challenge. Чтобы создать новый автомобиль, все должны мыслить в одном направлении. Но самым большим вызовом стала платформа. Поэтому мы решили разработать эксклюзивно для LC новую платформу и уникальную подвеску. Мы изменили пропорции и понизили центр тяжести автомобиля. Это очень важно для всех нас. Нашей другой целью было добавить в модельный ряд больше драйверских автомобилей. Управление автомобилем дарит удовольствие. Это ощущение эмоциональной связи создается для бренда Lexus, для будущего. Автомобиль не может быть просто красивым, он должен обладать характером. Красота может вас заставить подумать: «Вау, я его хочу». Но для создания длительных отношений нужно нечто большее. Когда я увидел финальную модель из глины, я был удивлен тем, насколько она похожа на концептуальный автомобиль. Мы все вместе работали над прототипом. Сердце билось как бешеное. А затем человек в автомобиле нажал кнопку пуска двигателя. Вау! Вот наш новорожденный автомобиль. Я был счастлив в тот момент. Он выглядел как ни на кого не похожий автомобиль. Уникальный. У вас действительно получилось. Именно то, что нужно было бренду Lexus. Эти автомобили, особенно LC. С их помощью мы обойдем немецких конкурентов. Я считаю, что нам нужно продолжать работу. Мы не можем остановиться на достигнутом. Такие настроения преобладают в Lexus прямо сейчас. Отличный дизайн может изменить все. Мы никогда не следуем за конкурентами и стараемся создавать качественно новый продукт. LC отличается динамикой и дизайном. Это новое направление развития Lexus. Экзотическая красота, эмоциональные заявления о направлении дизайна Lexus. Я думаю, LC500 как открытая дверь. Надеюсь, когда клиент паркует свой автомобиль, то, уходя, дважды оборачивается, чтобы взглянуть на него.